минимум декорации, полумрак зала, появление огромного ящика с неизвестным содержимым в центре сцены и практически мертвая тишина вводят зрителя с первых минут в полное недоумение. Созданная режиссером-постановщиком Денисом Федоровым интрига в начале спектакля «Сережа очень тупой» держит напряжение на протяжении всего развития событий. Необычное название, необычная пьеса. Почему именно на нее пал выбор? Мы поинтересовались у Дениса Федорова. Пьеса актуальная, злободневная, там интересные вопросы поднимаются о современном человеке и в то же время какие-то вечные вопросы. Это интересное сочетание, пьеса современная, актуальная, и она, так скажем, хорошо, добротно написана, поэтому ее выбрали, остановились на ней. Трудно не согласиться с режиссером. Пьеса действительно написана на злобу дня. Через историю молодого человека, талантливого программиста, погруженного в мир компьютерных разработок, можно рассмотреть целое поколение, жизнь которого подчинена гаджетам. Ситуация, разыгранная 5 актерами, заставляет задуматься об абсурдности ухода от каждодневной реальности, пересмотреть выбранные жизненные приоритеты, порассуждать о сюжете, разыгранном в спектакле, и решить вместе с героем, как же вести себя, когда реальность является тебе на порог? Я вижу ее так, как какую-то историю на путешествие человека по жизни. Мы назвали ее road movie. Я считаю, что жизнь — это и есть какая-то дорога, вот, которую человек проживает. И как он ее проживет, как он пройдет эту дорогу, вот об этом, наверное, спектакль. И если выбор пути предстоит сделать только зрителю, то для актеров, задействованных в постановке, креативный подход режиссера к пьесе вызвал восхищение. Классная работа. Именно как, я не говорю о спектакле, зритель решит. Классная работа. Классная работа была проделана с режиссером. Я очень хочу это отметить, потому что, было классно работать с режиссером настолько давно, уже сколько, 10 лет в театре, я еще так классно не работал. То есть, были такие, разговоры на темы разные. Очень круто. Возможность пережить все перипетии развития сюжета спектакля, насладиться прекрасной игрой актеров и нестандартным видением режиссера-постановщика предоставится любому театралу, начиная со 2 мая. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».